Команды приветствуют друг друга, они приветствуют судей. Хочется надеяться на то, что этот матч пройдет в честной и бескомпромиссной борьбе. Я понимаю, что это штампы, я понимаю, что это избитая фраза. Но знаете, если мы вспомним то, что творилось здесь еще не так давно в матче юношеской футбольной лиги 3, то страсти здесь полыхали нешуточные. Впрочем, об этом позже, а пока давайте позволим капитанам команд обменяться вымпелами. И цели у команды вовсе непростые. Ростов-папа. Створ ворот гостей оберегает голкипер команды Кирилл Михеев под номером 40-м. Кто гром, гроза, дождь, молнии разразятся над янтарным стадионом в Строгино, то какая-то невероятная засуха. Ой, еще один момент возникает возле ворот ростовской команды. Да что ж ты будешь делать, а? Опаснейший удар. Голкипер спасает свои ворота. И еще один удар, который проносит мяч. Подача в штрафную площадку в район дальней штанги. Ворот Кирилла Михеева. И попади головой в ворота. Все. Момент был бы голевым. А так... он остался таковым, лишь рояль, а не только солировать, играя на нем впереди. Передача, мягкий удар через себя! Это в хайлайты, господа режиссеры! И показывайте нам это столько, сколько захотите. Я никогда не устану смотреть. Главное событие этой игры развернуться во второй половине встречи. Ну а пока давайте позволим командам отдохнуть. И поехали по новой. Все больше и больше, шаг за шагом к намеченной цели. Ростовчане подбираются к штрафной, и вот уже удары пошли! Мама моя! Вот это да! Данил Кузнецов и негодует! Динамовская скамейка! И сейчас Зураб Зурабович-Шеля быстро показывает своим, как правильно располагаться при этом стандарте. Вот так вот, потихонечку, полигонечку, тушкой, чучелкой. А сейчас давайте посмотрим за этим стандартом. Вторая? Вторая желтая. Что случилось? Арбитр подбегает к угловому. Ох ты! Вот это да! Вот это да! Нарочно не придумаешь. Но, более того, Ростов не только удержать может, но и забить. А пока может пропустить опасную атаку в исполнении московского «Динамо». И мяч не влетает в оставленные голкипером ворота. Отбивается Ростов! Отбивается! Ничего себе! Только стоило мне сказать о том, что ростовчане так перевели игру, вроде бы пошли, как тут же гостевая команда едва не заигралась. И все было. Игра на коротке с ближним, она проходит. И дальше ростовчане идут вперед. Здесь, по-моему, была накладка. Но арбитр говорит о том, что ее не было. Удар поворота. Мама милая моя, как же так? Как же так? Господи боже! Я представить себе не могу, что сейчас случилось с болельщиками Ростова. Там, наверное, в обморок все попадали. С ума сойти. До Бухина мяч не дошел, но он и пока не вылетает. И штрафной площадки. Удар Форотова опаснейший. В ближний угол был нанесен удар. И великолепно играет Кирилл Михеев. Это он так... стандартную закидушку. Разыграл мяч с партнером. И... он идет в штрафную! И залетая во вратарскую, оказывается в воротах. Да что ж ты будешь делать? На последней секунде ни фраз, ни слов, ни даже междометия. Ростов, который мог выиграть из убойнейшей позиции, не забил. Теперь в меньшинстве все-таки не сумел достоять на свои победные очки. Матч завершен. Вышедший на замену Владимир Иванов приносит точным ударом победу своей команды. Своей команде без сил оказываются на газоне игроки Ростова.